Мне сказали, что вы сидите на трибуне, потому что что-то натворили в прошлом матче, да? Ну, скажем так, не я натворил, а натворил инспектор, сказал, после игры с первой игры с Электросталью во втором круге, первую, когда мы принимали. Угу. И как бы была ни за что показана игроку желтая карточка, вследствие чего после моего вмешательства в действия инспектора, который не имел права давать желтую карточку, мне показали красную опять ни за что. Ну, как бы исполком принял решение, чтобы я был как бы отстранен, ну, чтобы сидел с командой. Ну, как бы мы выполняем требования и решения исполкома, поэтому сидим и работаем с трибуны.